Здравствуйте, Сергей Михайлович. Газету хоть возьмите нашу, вы почитали? Та же самая или другая? Нет, это новый выпуск. На прошлой неделе это выдавали мне, она же. Это самый новый, там, наверное, предыдущий был. Может быть, другая была. Нет, это была, ну ладно. Была. А вот вы это подпись-то поставите за расследование событий 91 года? Еще раз. За расследование событий 91 года, когда вот незаконное решение Горбачева, за которое вот НОД стоит и говоря, требует расследовать. То, там все было сделано неправильно, так, это факт, но это уже без. Ну, подпись-то оставите? Да, ну, зачем? Почему? Вы считаете, не надо? Не надо, конечно. Но это чтобы нас уничтожили, ну, что ли? Знаете, как говорится, есть высший суд. Он все рассудит. Он будет. Высший суд? А сейчас будет. Но а нам надо сейчас. Расследование-то надо провести. Высший суд это да, понятно. Это будет. И там и лет заповедник сюда. Понятно. А что это? Ну вот, друзья, это председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Сегодня 3 декабря 2020 года. Государственная Дума. Стоит пикет Национально-освободительного движения, рабочее объединение межрегиональных штабов.